Мы в микрорайоне ПВЗ на Комсомольской 27. Около этого дома построили вот это сооружение. И оно изрядно портит жизнь местным жителям. Во-первых, это здание заняло большую часть придомовой территории. Во-вторых, сейчас никаких строительных работ тут нет. И это, с позволения сказать, коробка стала большим контейнером для мусора. Машины не пройдут. Дети с колясками не могут пройти по этой дороге. Машины эти разбиваются, мало того, что там КамАЗы все разбивают. Этот обход весь, постоянно вот этот свинарник здесь, вот эти вот собирается, бомжатник, можно сказать, да, вот этот, убирает мусор, эти дворники надоело собирать, да. Тут они в прошлом году железячка все пообгородили, то ли украли эти железячки, то ли не знаю, куда это, короче, убрали. Теперь тут вообще непонятно, что делается. Все мочатся, извините, пожалуйста, отсюда с Барвара, выходят туда, залазят, а мочатся, что угодно, этот мусор, свалку. И я считаю, вид дома портит, вообще это ПВЗ у нас старые застройки все. Зачем нам нужен какой-то непонятно что, какой-то гараж, не гараж, сарай, не сарай, зачем оно нужен? Я считаю, что вид дома портит. В начале 2019 года в связи с длительным неосвоением комитетом был инициирован иск о расторжении, освобождении и возврату земельного участка. Предприниматель обжаловал наш иск, и по решению суда на сегодняшний день заключен договор аренды для завершения строительства объекта торговли. А это вряд ли удастся. В 2012 году предпринимателю выдали разрешение на строительство. Его даже продлевали до середины 2019 года. Но сейчас срок разрешения истек. В настоящее время застройщик не имеет права осуществлять строительные работы, так как срок действия разрешения на строительство истек. В настоящее время вопрос о сносе постройки решается в суде. Несмотря на все меры против застройщика, компания блещет оптимизмом. Более того, их совершенно не смущает, что люди против их планов. Сейчас, я так понимаю, идут судебные тяжбы по этому вопросу. Да, уже как бы все устаканилось. Вы будете продолжать там строительство? Вот... Да, конечно, там же как бы нормальный такой торговый центр, проект хороший. Откуда такая уверенность у застройщика, непонятно. Разрешения на строительство на момент сейчас у него нет. Тем не менее, АТВ просит прокуратуру и надзорные органы обратить внимание на эту ситуацию. Илья Балханов, Юлия Максимова, Николай Дулбаев, Булат Зандакович, телекомпания АТВ.